Чтобы получить скидку за проезд, теперь нужно быть отличником или беременной. Эти необычные льготы придумал владелец и водитель одного из маршрутных автобусов Волгограда Усуп Качаян. Здесь действует целая система скидок. Так, за приветствие проезд дешевле на 5 рублей. С ветеранов войны и военнослужащих российской армии Усуп денег вообще не берет. Беременных тоже возит бесплатно. А вот чтобы студенту проехать просто так, нужно показать зачетку с пятеркой. Усуп Качаян говорит, что главное для него – делать свое дело хорошо и весело. Тогда и окружающим будет приятно, и ему. А почему те студенты, которые пятерку получают, им немножко не поддерживать и не делать стимул для других пассажиров, студентов, которые ездят с нами? Сам Усуп многого не рассказывает, но, как говорят пассажиры, помимо скидок за вежливость, водитель регулярно устраивает на маршруте разные акции. Была такая акция «Месяц проезда после свадьбы молодоженов». Как бы медовый месяц, если попадали так. Осипов тоже возил бесплатно. То есть у него этих акций очень много, он постоянно обновляет.